27 июня 2023 год. Есть желание и ощущение, что надо все суммировать, весь этот поход на Третий Рим. Крым и Рим. Прошел Крым и Третий Рим. Ну, кстати, тоже надо поиграться со словами. Да, мир, конечно, вообще не будет прежним, 100%. Теперь, когда я буду слышать повар-крыса, я буду думать не о Рататуе, не о мультяшном персонаже. Это уж 100%. Конечно, вообще абсолютно стало понятно, что то, что в других странах Че Гевара, в России Че Геварева, превращается в Че Геварева. Кашу, конечно, с ним не сваришь. Сколько будет аллюзий по поводу повара, там запахло жареным, подумала Пригожине. Один этот мем по поводу того, что в Холусто у Лысого гоняли, чего стоит. Ну, кстати, про Лысого, судя по тому, как встречали в Ростове Пригожина, становится, по-моему, очевидным, что россияне предпочитают даже черта Лысого черту полулысому. Удивлением для всего мира наверняка стало, что при попытке похода на Москву россияне не в состоянии, российские силовики не в состоянии остановить ничего более тяговооруженного, чем шаман Габышев. Это, конечно, очень удивительно. За сутки 800 километров ребята прошли строевым с крейсерской скоростью. Позбивали самолетиков, позбивали вертолетиков. Ну и, конечно, реакция полулысого удивила страшно. То есть никто в нем не подозревал там бога Тора там или еще что-нибудь такое. Но чтобы вот так при первой опасности сесть на чемоданы и, по-моему, опасаться только за то, какую из них северная кнопка, а в какой гадить, это, конечно, очень неожиданно. В общем, вот это выступление эпохальное, заявленное как эпохальное, и потом пятиминутное, как будто у человека там, я не знаю, одновременно и метеоризм, и недержание, и диарея. Пять минут доказывал, что никакой это не вооруженный мятеж, а ну, пытался создать впечатление, что это не вооруженный мятеж, а буря в стакане воды. Ну а по факту пукнул в лужу. Вот это хорошее выражение, пукнул в лужу. Совершенно каким-то эпическим и абсолютно точной иллюстрацией всего этого эпизода российской истории, начиная с 2014 года, с аннексии Крыма, и заканчивая уже близким, очевидно, поражением Российской Федерации и распадом Российской Федерации, является эпизод вот этого похода полулысого на лысого. Танк, застрявший в ворота цирка в Ростове. Танк, застрявший в воротах цирка. Если вы не видели этого кадра, посмотрите, оно того стоит. Огромная военизированная, механизированная махина в виде Российской Федерации рыпнулась на капитана КВН, ну, если говорим о 22-м, про 22-й год. И полковник КГБ проиграл капитану КВН. И все это обернулось цирком. Если на троне клоун, в стране будет цирк. Такой у меня есть афоризм, да? Шута, лезущего на трон, всегда поддержит пояс. Я даже не знаю, как это применить теперь к Российской Федерации. Я думал, я пишу это про Зеленского, а оказывается, я писал это про россиян. Да. Ну ладно, скоро будем посмотреть. События наверняка пойдут галопирующим темпом.